наша банда собралась на бассейн. Банда! Макар! Он смотрит, там поливает. Hello! Hello! Скажи, что куда ты едешь? Алло! О, он сказал hello! Нифига себе, можете на английском сразу учить. Это я учила его. Молодец! Ну, мы собрались на бассейн. Едем. Пойдем. Пошли. Приехали на бассейн. Пошли. Мишель, давай шуруй. А где твоя кепка, Мишель? Мишель, где твоя кепка? В смысле не знаю? Ты сейчас останешься у меня в машине. Ну что? Иди садись в машину, если ну и что. Что за фигня происходит? Я чуть не поняла. Ага. Прикольно. И они становятся фиолетовыми. Фиолетовыми? Ну, похож, но не похож. Перед работой нужно немножко отдохнуть, да, дети? Николь, у нас сегодня будет дебют, она будет монтировать сама собственное видео. А что там стараться? Открывай, демонтируй, да, Желе? Угу. Ладно, давай сейчас я тебя кремом помажу. Так, мне тоже кто-нибудь помажьте, пожалуйста. Ник, помажь. А, если она тебя помажет, ты будешь пятнистая. Ник, качественно помажь. Давай, ручки свои. Дай. Мой сладкий. Ты любишь купаться? Ножки надо. Давай еще ножки помажем. Ну, мажет Лерку. Обычно после Ники все загорают, как леопарды. Да, я в прошлый раз. Это был фламинго. Фламинго? Причем здесь фламинго? Стой, я помажу. А-а-а. Ну, я была низко. Красная. Шапку я не сниму. А он в шапке купается. Нет, я имею в виду, чтобы видеть, куда мажется. Ой, мамочка, будь здорова. Стой, ты подожди. Макар, сейчас все выдавит. Стой! Помоги мне его поймать, мама. Ева, я не знала, что ты его ловишь. А я отвлеклась. Пошли, оденем жилетик и поплывешь. Пошли. Не знаю, будет он после прошлого раза жилетик плавал. А ты не напоминай. Его в прошлый раз Мишель притопила немножко в жилете, испугала. Хотя да. До этого он так классно в нем плавал один, вообще без всяких. Вау, Мишель там сальто-мортали делает. Ну что вы так долго? Да, мы не ты долго ей еще мучаемся. Попу натираешь? Да, а ты как думала? О боже. Большая площадь, да, Николь? А что мне легко, я же сама себя не снимаю. Ой, ты уже там, грибок. Ой, молодец, плыви скорее, плыви. Сынок. Ты куда? Ева, он что-то вышел, не хочет без тебя. Дай Еве раздеться, а. Сына, иди сам поплавай пока. Смотрит, как с него вода бежит. Вот эту возьми, а, иди плыви с ней. Еще не делай. Он черепаху хочет. Мишель, дай Макару черепаху, пожалуйста. Попрыгай. Да, разговор короткий. Нет. Макар, лапшу возьмешь? С лапшой иди поплавай. Ой, взят. Пошел. Нет, пошел, смотри. А, он не туда пошел. Ева в полной экипировке. Да, в прошлый раз я не взяла кепку и пожалела. Мне да, конечно, лицо сгорает сразу. А я помазала лицо. Нет, ты сильно не мазала? Смотри, сам идет в воду.
Ой, молодец, сам спустился. Мам, да? Мазаться. Ну надо, конечно. Ты еще и кепку забыла. Ты еще и кепку забыла, меня это тоже бесит. Мишель, выйди лицо помазать быстро. А? Выйди лицо помазать, бегом. Все, заплыв. Как водичка, скажите. Ой, водичка какая. Не теплая? Тогда не пойду я. Мама, он крем забрал. Сыночка, положи крем, вон бабушка ругаться будет. Положи. Нет, Еве не нужен, сына. Еве не нужен. Ева уже помазалась, сына, давай. Ой, нельзя в бассейн крем кидать. Ты что творишь, а? Да иди ты, тетя. Да-да. Вон она идет, смотри, тетя, с дядей. Вон на лестнице стоит, видишь, идет? Вот трус. Ой, пофиг. Вот обезьяна, а. Че тебе не купается, вот скажи. Он завязанный, он не откроется. Он завязанный, Макар. Его дядя завязал. Он не откроется, он не работает. Макар. Че там такое? Че за фигня? Почему не открывается? Слазь давай. А вон дядя пришел. Смотри, вон тетя, дядя идут к тебе. А, сейчас быстренько тебе по жопе нададут. А вон, смотри, черепаху Мишель бросила. Иди скорее забирай, Мишель. Забирай, иди черепаху свою, скорей. Иди вон, вот так оббеги и забери ее с бассейна. Скорей. Скорей, скорей. Беги быстрее, пока она не видит. Быстрее беги, забирай. Скорей, скорей. Добро. Удалось его хоть чем-то завлечь. Он за черепахой идет, Лера. Карина прыгнула, обрызгала всю соседку. Он лодку взял, сейчас. Да, сейчас пойду. Меня зовут плавать, пойду я кайфану немножко. И потом мы продолжим. Все, мы уставшие, мы счастливые. Очень счастливы. Ева, еще раз. Ай, Ева. Хитя. Мы уставшие, но счастливые, да, Ева? Идем домой. Макар, слазь, пойдем. Живчик. Доченька, ходи. Семья, все на месте? Папа на работе, да. Но я имею в виду про тех, кто со мной приехал. Рассчитать. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Мишель, говори ты. Какая мама, по счету ты? Мама, что? Макар четвертый. Нико, Мишель третья. Лерочка, ты какая? Пятая с одним глазом. Это я ее случайно очками. Она поцеловала, и очки мне глаз выбили. Поцеловала ее, короче, очками в глаз. Ну вот. Бабушка, я так думаю, это бабушка. Та, которая ее чуть не съела, собачка, ей передала. Да. У нас был инцидент. Я никогда не хотела напугать такого, такое сладкое создание. О, май гад. Я ее тысячу раз поблагодарила. У меня что-то с плечом, она сказала мне. Бабушке? Да. Так она так упала, конечно. О, май гад. Ну вот, держи. Я такая, спасибо большое. Ай, говори, я бы никогда эту обузу не дала. Не дала просто так идти. Уразили. Барабанная дробь. Легкий. А быть, как будто чувствуешь, что это ей лезет. Господи, как она прелесть. Такие. Поюрочно. Уже такой новогодний. О май гад. Это со сверху. Yes. Блин, почему мне так сейчас неловко? Я согласна. Но она просто сама, бабушка, так это разбилась, упала. Мне сейчас очень грустно за нее.
Мама, мы едем выбирать ей подарок. Окей, будем друг другу носить подарки. До последнего. До самого Крисмаса. Ну, это как бы будет больше, наверное, ей такое личное. Вера грустная. Я просто... Я сама хожу несколько дней и не могу из-за того, что... Тогда, когда эта собака напала на Бекки, я Бекки схватила вот так в руки. И просто, ну, даже с ней поговорить толком не смогла. Ну, понятно, мне... да. Я хожу все эти дни, потому что мне очень плохо из-за того, что я... Вы так расстались. Да, я не спросила, как она сама. Не, ну я спросила перед тем, как взяла. Я говорю, как у вас, но она сказала, что там я спросила. Ну, конечно, он так ее потянул. В общем, суть в том, что эта женщина гуляла со своей собакой и по доброте душевной взяла еще соседскую собаку выгулять. Дурную, дебильную дурную собаку. Которая непослушная, абсолютно неуправляемая. И а вот это вот бойцовская какая-то собака была. Соседская бойцовская собака, она у нее вырвалась, то есть она ее не выпустила до последнего, она с ней вместе упала. И Бекка очень сильно напугалась, потому что она ее ломанулась именно в ее сторону. В общем... Ну, эта собака хотела напасть на Бекку. Она прям пошла гулять. Ну, получается, она ее удержала, да? А когда она меня увидела, она мне просто... Она, наверное, хотела зайти домой. К нам. Я чуть не заплакала. О май гад, я сейчас заплачу. Ну, пойдешь обниматься. А я ходила, молилась, чтобы меня никто не увидел в этой пижаме. И она ко мне подходит, я такая... Извините, просто погуляла. Дома холодно. В пижаме. Да, кушать. Девчонки, давайте кушать, пока не остыло. Это, конечно, очень мило. Бекке понравилось тоже. Бекке вкусная игрушка. Иди, моя девочка, ты моя красавица.